Дорогой господин президент, дорогие друзья, мне хотелось бы всего лишь повторить то, что я уже говорил раньше, сегодня утром. Не только от себя лично, но и от имени всего мира, всей футбольной семьи, которая объединилась сегодня здесь, в Москве. Из глубины души, от всего сердца, огромное спасибо вам, господин Путин, за вашу работу, за вашу приверженность, за то, что вы дали нам действительно почувствовать себя частью одной команды. Спасибо вашему правительству, членам местного оргкомитета, Российскому футбольному союзу, всем волонтерам, работающим в России. И всем 150 или больше миллионам россиян, которые приветствуют мир у себя в стране и будут его принимать в ближайший месяц. Огромное спасибо. До скорой встречи. Спасибо. Спасибо, мистер президент.